200 жителей Славянска временно поселились в детском лагере «Прометей» в Купянском районе Харьковщины. О своем родном городе люди вспоминают с ужасом. Мы последние дни вообще спали в подвале с ребенком, потому что ужасно, страшно. Упал снаряд, и асфальт разорвало, и мы то уехали, потому что сил нету уже терпеть. Большинство переселенцев – женщины с детьми. Малышей тут вдвое больше, чем взрослых. Лидия Коневская приехала с дочерью и внуком. На условия – пятеро в одной комнате и душ в коридоре – не жалуются. Семья постепенно привыкает к мирной жизни. Упала фрамушка, грохнула. Ребенок подскочил, бабушка в подвальчик. Говорю, сыночек, спи, никого, ничего нету, никто не стреляет. Для переселенцев в столовой организовали бесплатное трехразовое питание. Местные повара постарались составить разнообразное меню. Сегодня мы суп гречаный заварили, суп рисовый, макароны, курица, салат с помидоров, сок, яблоко. Это на обед. Председатель районной администрации Николай Сытник предпочитает избегать слова «беженцы». Говорит, к ним приехали гости. Пока на 2 недели, но этот срок могут продлить. Для новеньких даже развлечения запланировали. Они выезжают на экскурсию в місто Купянск. Экскурсия будет повязана с тем, что они подивляться на Купянск, селище міського типу Ківшарівка. Крім того, ще є в людей бажання вже по магазинам пройтись, тому що вони вже розселилися. В обладміністрації рапортують, Харківщина готова прийняти більше 2000 человек из Крыма, Луганской и Донецкой областей. А тем временем вынужденные переселенцы обустраиваются на новом месте и мечтают вернуться к мирной жизни. Я не знаю, кто такие сепаратисты, я не знаю, кто такие левые и правые. Для меня просто мой дом в перекрестном обстреле. Анна Старкова, Анастасия Горелкина, медиагруппа «Объектив».